Якую культурную программу подрыхтовала столица на выходные? Пожартовать с музыкантами завтра пропонует Белдзяржфілармонія. У галерея «Университет культуры» фотовыстава, просвечанная юбилею мэтра белорусского балета Валентина Елизарьева. А у гостёвни «Голубка» коллекция миниатюрных выданий до 500 год за первые друкованные книги. Подробности в нашей рубрице «Променад» с Ларисой Гулякевич. Усе мы ведаем про силу книги – друкованной, электронной, нават аудио. Гостёвня Владислава Голубка представляє коллекцию миниатюрной книги, якая является особным видом мастацтва. Больше за 300 уникальных выданий у тымлику по философии, литературы, духовной и мастацкой. Экспозиция, присвеченная 500-годию белорусского книгодрукования. Миниатюрное выдание – это особный вид мастацтва и продукции выдавецтва. По стандартах нашей краины формат такой книги не повинен превышать 100 на 100 миллиметров. Особливый характер оформления текста и иллюстраций. Книжная выстава подтримливается портретной галереей белорусского мастака Владимира Акулова. Становление знакомитой школы белорусского балета, узровень европейских постановок и сусветное признание. Фоторепортаж, присвеченный юбиляру, народному артисту СССР и Беларуси Валентину Елизарьеву. На протягу 35 годов Валентин Елизарьев узначаливал Великий театр Беларуси. Створил больше за 15 спектаклей. Сирот их балеты «Кармен Сюита», який поставил у 26 годов, «Спартак», «Шаукунчик», «Жарптушка», «Створение свету» и иншие. Для того, чтобы создать что-то вообще в хореографическом искусстве, нужна, конечно же, воля, нужна дисциплина художественная. Самодисциплина, наверное. Естественно. Вот. И самое главное, талант нужно иметь, чтобы что-то создавать. Как талант хореографа, так и талант исполнителя. Цікавий фотопроєкт молодого, але вельми талановитого автора Нікіти Федосика, який тягом нескольких місяців амаль що працював разом з Єлізар'євим і як з артистом, як з викладчиком, як з творчою особою. Сёння яго вучні працягваюць справу майстра, а сам 70-гадовы юбіляр ставіць спектаклі ў вядучых тэатрах Еўропы, Японіі, Кітая, краін Блізкага Ўсходу. У гэтую суботу 1 красавіка – Дзень гумару. Музычная гасцёўня ладзіць традыцыйны, але ўжо легендарны канцэрт, дзе музыканты жартуюць. Белдзяржфілармонія запрашае на вялікую сцэну о 19 гадзіне заўтра, ну а «Променад» пабываў на рэпетыцыі жартоўнага канцэрта. Это сильно получилось. Сейчас это называется парафраз или фантазия, когда мы соединяем известную классическую музыку, известные песни, известные современные мотивы. И когда все это настолько перетекает одно в другое, я всегда говорю, что ну, это просто значит, что музыка, в общем, во все времена была немножко похожа, и поэтому непонятно, кто откуда берет какие идеи. В этом концерте я приглашаю очень часто камерный хор, солистов Большого театра, солистов музыкального театра, солистов коллективов филармонических. И я точно знаю, что все с радостью хотят попасть в наш концерт. Напередодні Великого дня каждую неделю майстер-классы по расписыванию яек у музея белорусского народного мастерства, что у Раубича. Неосумных выходных и до наступной пятницы.